Россия всегда поддерживала меры, направленные на снижение напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. О необходимости конкретных шагов в этом направлении неоднократно заявляли сопредседатели. Говорилось на саммитах в Вене, май 2016 года, Санкт-Петербурге, июнь 2016 года. Вместе с тем, реализация предложенных посредниками мер зависит от доброй воли сторон конфликта. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования. И именно такой подход преобладал на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве в апреле этого года. Сейчас сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по НКУ. С этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября. По их итогам будет сделано соответствующее заявление. Хотел бы еще раз подчеркнуть то, о чем мы говорим регулярно на всех уровнях. В России карабахской теме уделяется особое внимание. Она относится к числу наших внешнеполитических приоритетов. Также фигурирует в концепции внешней политики Российской Федерации.